А что мы делаем? Следим, чтобы порядок был у нас тут. С машинами воюем, заезжает куда. А, цветочки садим. Вот я, например, уже не знаю, какой год, сажу с той стороны цветы. Вот. И вот тут, видите, что у нас такая красота. Нам сделали вот все эти бордюрчики, все сделали. Красоту навели. Спасибо большое. Отрадно видеть, что оно действительно произошло, трудовое участие. Мы видим, что жители продолжили замечательную тенденцию приведения двора в порядок, приложили свои руки сюда. Видим, цветники очень красивые. Видим, что у нас в таком тренде городском происходит, например, вертикальное озеленение дворов. Ну и получается очень хорошая комбинация, когда с одной стороны делается, вкладываются хорошие деньги в федеральные программы и подхватывается это движение жильцами. В этом-то весь секрет порядка и благоустройства двора есть. Когда объединяются усилия, получается вот такой замечательный результат.